Замечательный российский певец Ярослав Сумишевский на протяжении всей своей музыкальной карьеры выглядит привлекательно и молодо. Он всегда улыбчив и радушен. Что скрывается под этой публичной маской? На самом деле Ярослав обычный человек, и переживания и страдания ему не чужды. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем вам о том, как страдал Ярослав Сумишевский и чуть не попал в водоворот пагубных пристрастий, но успел остановиться и восстановиться. В одном из недавних интервью Ярослава была затронута трагическая тема, которая будет сопровождать певца всю жизнь. Трагическая кончина его гражданской жены Натальи. По признанию Сумишевского, ему тяжело далась эта утрата. В определенный момент он начал употреблять спиртные напитки, чтобы найти в себе силы жить дальше. Он понимал, что его спасение кроется в работе и любви к сыну. Но чтобы работать, выходить на сцену и дарить своим зрителям ту атмосферу, за которой они приходят на его концерты, приходилось выпивать. Как известно, даже безобидное употребление алкоголя со временем может перерасти в зависимость. Поскольку Ярослав здравомыслящий человек, он это понимал и решил отказаться от употребления спиртных напитков. Он непродолжительное время посещал психолога, чтобы справиться с эмоциональной нагрузкой в связи с утратой близкого человека, и постепенно ему удалось выйти из тягостного состояния. Сумишевский понял для себя одну вещь: не нужно жалеть себя и плакаться. Он собрал всю мужскую волю в кулак и продолжил жить, работать и творить ради детей и поклонников. За такую силу воли Ярослава любят и ценят десятки тысяч поклонников не только в России, но и в других странах. Он справился с горем и стал примером для многих других, за что ему огромная благодарность.